Приветствую, друзья! С вами канал Коллекция Монет. И следующая биметаллическая монета — монета Мексики. Номинал монеты 5 песо, год выпуска 2008. Материал монеты биметалл, центр алюминиевая бронза, кольцо нержавеющая сталь. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу монетное, 180 градусов. Вес монеты 7,7 грамма, диаметр 25,5 мм. Толщина 1,9 мм. Отчеканена монета на монетном дворе Мехико в Мексике тиражом 10 миллионов экземпляров. Данная монета вышла в составе серии или набора монет, посвященных столетию революции. Выходил этот набор в период с 2008 по 2010 год, наряду с другой серией 200-летия независимости. И всего в двух сериях вышло 37 монет, примерно поровну в каждой. Ну и данная монета посвящена, как видно из надписи под портретом, Альваро Обрегону. Полное имя — Альваро Обрегон Салида. Мексиканский военный, политический деятель, участник Мексиканской революции. И был он президентом Мексики с 1 декабря 1920 по 30 ноября 1924 года. Родился он в 1880 году, начал участвовать в политике, был избран даже мэром одного из городов мексиканских, поддерживал политику президента Мадеро. И после его свержения и прихода к власти Викториано Уэрте стал наряду с Венустиано Карранцо одним из лидеров повстанцев. После того, как в 1914 году Уэрта, а затем его преемник Франциско Карбахал бежали из страны, а Мехико был занят силами повстанцев, Обрегон провозгласил Карранцо временным президентом Мексики и возглавил армию нового правительства. Ну и после того, как Карранцо не удалось договориться с другими революционными лидерами, Франциско Вильи и Эмилиано Сапатой, армия нового правительства под командованием Обрегона начала войну с ними и смогла нанести им несколько тяжелых поражений. В 1920 году Обрегон организовал переворот. Президент Карранцо был взят под арест, но смог бежать из Мехико. Он вскоре был пойман сторонниками Обрегона и убит. После чего на выборах Обрегон победил и стал президентом. Провел он аграрные и ряд других реформ. Поддерживал хорошие отношения с США, продавая мексиканскую нефть на американском рынке. В 1928 году Обрегон вновь принял участие в выборах президента и выиграл их. Но вскоре после прибытия в Мехико, еще не успев вступить в должность, был убит в ресторане студентом-католиком, который был противником политики Обрегона. То есть те ребята, которые изображены на монетах, революционные деятели, политики, не всегда были заодно. То есть те имена, которые я называл в этом ролике, также эти люди присутствуют на монетах из этой серии, посвященных столетию революции. Но однако и свергали друг друга, и воевали с друг другом, и убивали друг друга. Ну, в общем-то, как и в России,
свое время по времени примерно совпадает и мексиканская революция, и российская революция, смута и неспокойное время, и воевали все со всеми. Ну и, в общем-то, на монете портрет Альваро Обрегона, надпись об этом свидетельствует, номинал 5 песо, год чеканки 2008, знак монетного двора, название серии «Столетие революции», внизу надпись «Мехико 2010». На оборотной стороне герб Мексики с надписью наверху «Соединенные Мексиканские Штаты». Внизу ветви растений. Стоимость данной монеты средняя составляет 150 рублей. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.